Друзья, 10 мая 2023 год, рыбалка «Зеленый берег». Друзья, вот посмотрите, у нас уловчик. 3, 6, 9, 11 хвостиков у Евгения. Ну, наконец-то вы добрались и до нашего водоема. Расскажите, как проходила ваша рыбалочка, на что поймали, с какого горизонтика? Сегодня вся рыба сверху. То есть 10 штук на магот и одна на руньку, десятку, на семечку. Могут какой расцвет? В слоях рыба, то есть полметра, метр максимум сверху. То есть потеплела, она поднялась. Так что ловите, рыбу клюет, я уезжаю, просто хватит, ребята еще ловят. Поклевки еще до сих пор происходят? До сих пор, они будут темноты поклевки. И на блесны сейчас клюет, начала брать. Так что приезжайте. Вот, друзья, еще раз. Достойный уловчик, 11 хвостиков, неплохой навески. Какая, думаете, средняя навесочка в этих хвостиках? Ну, я думаю, в среднем будет, наверное, 200-300 кило. Ну, посмотрим. Увидимся на водоеме, до новых встреч, всем пока-пока.